Вітаю всіх, хто зараз разом із 9 каналом. Сьогодні у нас досить незвичний ефір. Наступні майже півгодини я спілкуватимусь із гостем нашої студії. Він – резидент колишньої команди, що керувала нашим регіоном останній рік. Однак і зараз ця людина залишилася в стінах ОДА. Аби допомогти новому керівництву Дніпропетровщини швидше війти в курс справ, адже наш регіон прифронтовий, тому досить специфічний. І оскільки нове керівництво області і сам губернатор пан Резніченко на спілкування з пресою йдуть не дуже охоче, а питань накопичилося багато, в гості до нас на відверту розмову ми запросили заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослава Олійника. Святослав Васильевич, я вас приветствую. Добрий вечір. Ну, наверное, уже больше трех недель прошло с момента резонансной отставки господина Коломойского со своей должности. Как на сегодняшний день работает облгосадминистрация? Три недели, да. Ну, может быть, еще, наверное, нет трех недель. Около трех недель. Около трех недель. Да, администрация работает, в общем-то, в нормальном режиме. Валентин Резниченко, новый руководитель администрации, он постепенно входит, так сказать, в курс дел. Прошел за эти две или три недели, которые прошли, в общем-то, он уже провел целый ряд таких серьезных рабочих поездок. И на Южмаш наше такое базовое и проблемное, к сожалению, сейчас предприятие. Вчера был в Кривом Роге, там общался и с местным активом, и с органами местного самоуправления. Провел несколько уже личных приемов граждан. В общем, так, достаточно активный такой график, ознакомительный пока что, это все ознакомительное, но уже, так сказать, входит в ритм и рабочих процессов. Так что, в общем-то, работа власти, она сегодня достаточно ритмична и по-прежнему напряженно выстроена. Администрация работает, сейчас идет в процесс формирования районных державных администраций на, ну, в административных единицах. Он тоже непростой. Ну, в целом, нашему времени же присущая вот эта кадровая чехарда, поэтому... Но о ней мы поговорим чуть позже, о чехарде, безусловно. Да. Ну, в общем, режим как бы сейчас соблюдается, все в порядке, и в этом смысле в порядке. Ну, вот, процесс вхождения в систему управления, он, в общем, полным ходом уже практически, идет. Практически уже, да, идет уже в стадии... Понимание абсолютно. Не могу не спросить, почему именно вы остались на этот переходный период передавать дела и как долго вообще планируете работать в облгосадминистрации? Да, это было общее решение, и общее, всех, все стороны это устраивало. Вот. Я подчеркивал и подчеркиваю сейчас, я, в общем, себя там вижу достаточно временно. Это действительно необходимость вот так передать дела, немножко объяснить какие-то нюансы, которые есть. В целом, надо сказать, что и не только же администрация поменялась, вся страна меняется, и время года меняется, и все меняется. И мы потихоньку переходим к другим проблемам, потому что то, с чем мы жили предыдущий год, ну, это была экстраординарная ситуация, это была военная ситуация, та, с которой раньше мы вообще вот никогда не сталкивались, и она требовала очень таких радикальных и быстрых решений. Да, сейчас уже, конечно, администрации пора заниматься вопросами текущего гражданского строительства. Мы, я имею в виду прошлая администрация, достаточно много заложили хороших инфраструктурных проектов для того, чтобы в этот год уже войти не только с какими-то военными проблемами, но и все-таки с обычными хозяйственными вопросами. Сегодня номер, там, наверное, один или два, это вопросы состояния дорожного покрытия, как в городах, так и в области. Кто ездит, видит, что там вообще достаточно критическая ситуация. Деньги на это аккумулируются. Я думаю, что в ближайшем будущем вопрос возникнет даже не в ремонте, скажем, дорог, а в качестве этого ремонта, потому что сегодня мы повышенные требования предъявляем к качеству ремонта. Нас не устраивает практика того, что дороги ремонтировались, скажем, просто, так сказать, на количество квадратных метров. А сегодня нужно говорить о том, что нельзя тратить деньги ежегодно на одни и те же ямы. Сегодня нужно там другой подход к этому. И поэтому вот это как раз тоже одна из основных задач сегодняшней администрации. Ну и, конечно, ряд других проблем, которые
Уже не в сфере такого гражданской жизни больше. Ну, вы вкратце сказали о том, что команда Коломойского запустила несколько достаточно интересных проектов. Вот хотелось бы услышать, будет ли преемственность, и господин Резниченко будет ли продолжать начатое дело, или все-таки будет отталкиваться от своего видения ситуации в регионе и что-то делать свое? Ну, смотрите, вопрос любого, что может делать государство, это достаточно инерционные, неповоротливые вопросы. Нет никакого смысла ни одной администрации резко менять направление, потому что для того, чтобы что-то построить, необходимо это сначала заложить в соответствующий бюджет, там, областной или местный, или государственном бюджете, увидеть эту позицию, потом подготовить необходимую документацию, обоснование, потом уже тендера и так далее. Это процесс, который всегда занимает месяцы. И не так просто и не так нужно что-то либо менять, когда этот процесс уже идет. Но, кроме всего прочего, и еще раз хочу сказать, что вот новый губернатор, он абсолютно, скажем, последователен с нами в этих вопросах. Это не касается, скажем, военной тематики, но вот тематика гражданской жизни, она абсолютно преемственна. Мы обсуждали с ним вот такие, скажем, вот вопросы, которые... Кстати, были выборы, на выборах отдельные партии, депутаты делали какие-то обещания, сегодня их надо выполнять, поэтому часто это инфраструктурные проекты, связанные с теми проблемами, которые всплывали на выборах, это и водоводы в трех районах области, это и, скажем, вопросы там, подтопления, и вот сейчас у нас в городе Днепропетровске Амур-Нижнепровский район затоплен очень сильно, потому что необходимо делать канал Гнилокиш, который в Днепр должен выходить, и тогда уровень воды упадет и так далее. То есть вот этот, мы проблемные вопросы с балками. Эти все проблемы, они накапливались, и, скажем, они не вчерашнего дня, вот сегодня их надо уже очень экстренно решать. На это уже есть и силы, и средства, их надо просто, ну, так сказать, продолжить. Это, с этим проблем никаких нет, у всех есть четкое очень понимание, что власть, она вообще и должна для чего быть, чтобы она как-то оперативно решала те проблемы, которые у людей возникают. Ну хорошо, давайте перейдем к следующей, не менее актуальной теме. Ваш коллега, можно сказать, друг, на своей странице в Facebook, господин Корбан, написал о допросах, о повальных допросах сотрудников облгосадминистрации. Давайте об этом поговорим, то есть вот что на самом деле происходит, кого, зачем и почему, и на какие темы опрашивают. Знаете, меня, если честно, не так смущают эти допросы, ну, в общем-то, допросы — это вполне нормально, должно быть привычное состояние для чиновника. Мы, скажем, не первые и не последние, кто будет в этой ситуации. То есть это вполне нормально, когда там ревизируется какая-то деятельность, никто этого не боится, не переживает. Меня смущает другая ситуация, связанная с работой правоохранительных органов. Во-первых, в Днепропетровской области, в принципе, зачем-то кадровые чистки произошли немотивированные смены руководителей правоохранительных структур. То есть вот если мы возьмем, например, службу безопасности Украины, то в руководстве Днепропетровской области нет вообще ни одного местного человека. Четыре человека, которые сегодня руководят этим ведомством, они все из других городов, областей, практически вообще не знают регион, не, так сказать, ну и я вижу определенную информацию, которую они дают. Я, конечно, очень переживаю за то, что эта служба, она не в состоянии работать как следует. Пока что мы не видим реальных предотвращений вопросов, связанных с безопасностью региона. Меня это очень тревожит. Три месяца проработал прокурор областной. Ему не объяснили ни причин его отставки, ни, так сказать, там, в связи с чем это было. Просто вот его убрали, назначили человека, который родился в Херсоне, работал в Ровенской области. В Днепропетровске, наверное, толком никогда я тоже не был. Также точно объявили начальнику УВД, что он тут не нужен, и его увольняют. Ну, сейчас пока в отпуске. Уволят, не уволили до конца, но он тоже работать не работает. Значит, вот тоже по этой линии тоже есть определенная проблема. Вот все это, конечно, неправильно выглядит. На фоне этого какие-то допросы, они роли не играют, потому что меня тревожит то, что в целом с этой стороны я ожидаю прихода большой проблемы. Во-первых, вот там нет никакой преемственности в правоохранительной сфере. Во-вторых, я, к сожалению, прогнозирую в этой сфере работы ухудшение, потому что люди за год привыкли, наши люди привыкли, что сократились поборы, ну, качественно изменился контакт общества с правоохранительными органами. Он не стал идеальным, но
он начал находиться в каких-то других критериях. Вот все эти варяги, которые сегодня поприезжали, я к ним доверия сам, как житель города и как представитель власти, кстати сказать, не имею. Я считаю, что им довольно тяжело будет результатами своей работы завоевывать уважение. И если у нас начнется какая-то негативная тенденция в плане коррупции в правоохранительных органах, я очень тревожусь за СБУ в этом вопросе. Мне кажется, что они на коммерческие рельсы снова переходят очень активно. То тогда, конечно, это может вызвать и социальные потрясения, и недовольство, и, конечно, в первую очередь, я об этом молчать не буду. Вот это гораздо важнее, чем их допросы, потому что зато, да, будем говорить, их работа, а вот если они станут устойчиво вернуться в коррупционные рельсы, то тогда, конечно, будет с ними разговор совершенно другой, и мы будем требовательно к этому относиться. Ну, смотрите, напрашивается вполне резонный вопрос. Снимают ряд руководителей райдержадминистраций, часть силовиков уже поменяли, часть, ну, на подходе, называем вещи своими именами, то есть вопросы там, насколько я понимаю, в Киеве уже решены, только не могут определиться с кандидатурами. На ваш взгляд, вот эта дестабилизация, по крайней мере, в правоохранительных органах, кому она выгодна? Ну, я думаю, что здесь есть определенный такой элемент какого-то такого психоза, который был в последнее время присущ, может быть, это в киевских коридорах. Здесь слишком сплоченно работала власть, и все государственные ведомства, они были, их работа была подчинена одной задаче. Это качественная, честная работа на обеспечение, в первую очередь, обороноспособности, безопасности региона, вот, ну и в том числе и потом уже дальше и на решение хозяйственных вопросов, которые связаны с действием власти. Но в первую очередь, конечно, это была оборона и безопасность территории. Такая монолитная синхронная работа вызвала страхи. Вызвала То есть страхи. Сильную Днепропетровщину боятся в Киеве? Да, и я думаю, что вот это вот, как сказать, нашествие людей, которые здесь, ну мы же видели, что так уже было при власти там Януковича, о том, что вот с Донецка все приезжали, потом какое-то время с Кривого Рога приезжали, ну это наши, по крайней мере, люди, а вот донецкие все эти нашествия, они плохо закончились, все это потом в итоге превращалось в вымогательство, сейчас приезжают люди из разных регионов, но все они не местные, и я думаю, что это просто навеяно страхом, когда вот Днепропетровщина становится монолитной, все вспоминают какой-то исторический такой момент, что это всегда может быть чревато потом усилением большого влияния. Киев всю жизнь этого боялся. Это даже не 10 лет, и не 100 лет, это тысячами лет в истории было. Ну, это, в общем, такие, знаете, неврозы, так я назову это. На самом деле, эти неврозы могут привести к тому, что оппозиционные силы могут получить реванш, и достаточно серьезный. Вот что тогда? Знаете, тогда полная дестабилизация, по крайней мере, на Днепропетровщине. Ну, конечно, оппозиционные силы, я думаю, сейчас они находятся в выгодном положении, потому что власть дает огромное количество поводов на всех уровнях для того, чтобы, скажем, и оппозиционная риторика была такой удобной, комфортной. Мы это понимаем, все это видят, но, будем так говорить, люди уже тоже научились разбираться, где популистическая риторика идет, где идет реальное понимание проблемы, где идет откровенная, может быть, местами бывает и шизофрения в этих всех политических лозунгах. Да, сегодня уже легче разобраться. Я думаю, что когда дело дойдет до выборов, это будет осень, будут структурированы программы политических партий. Я думаю, что будут ярко выражены днепропетровские политические силы, в частности, и вот команда экс-губернатора Коломойского тоже занимается этим вопросом, так что будут предложены на выбор людям разные варианты, да, с кем идти, как идти, кого поддерживать. Все в этом вопросе разберутся, оппозиционный блок возьмет какой-то свой процент, он у него есть. Это тоже нормально, все в порядке с этим. Провластные партии, скорее всего, многие сами себя съедят до выборов, потому что это сейчас уже наблюдается вот сейчас в парламенте. Борьба с правительством началась. Это уже тоже видно. И, скорее всего, что там тоже будут изменения симпатий. Вот. Но будут возникать и новые политические движения. Они, скорее всего, будут иметь такое хорошее право на жизнь, потому что они уже базируются на опыте и на
понимании тех ошибок, которые совершают другие, которые собственных ошибок, то есть для того, чтобы уже идти, так сказать, более прямым и ясным путем к результату. Результат может быть один, это действительно любая же партия, она же декларирует улучшение жизни жителей, значит, поэтому этот результат и должен быть, только вопрос, как к нему идти. Ну, вы первым начали вопросы, связанные с политикой. Ну, вот, насколько я знаю, бывший губернатор Игорь Коломойский остается в бизнесе. Один из его заместителей, господин Корбан, планирует идти в политику. Вот как вы это прокомментируете? Может быть, что-то уже изменилось за эти несколько дней, по крайней мере, то, что вот сейчас звучит? Нет, об этом в том числе я тоже говорил. Я еще раз могу это повторить. Я уверен, что Коломойский политикой заниматься не будет. Неоднократно он сам об этом говорил, я с ним беседовал. В общем, мы понимаем его настроение. Он вообще масштабный бизнесмен, сам себя так позиционирует. И тот момент, что он какое-то время выполнял государственную функцию, в общем, был связан с тем, что вот ровно год назад, в марте прошлого года, у нас государство вообще было практически развалено. И вы помните, в какой ситуации страна находилась. Но он показал себя как хороший кризис-менеджер. Так он и не может быть плохим менеджером, потому что он выстроил очень большие, скажем, так сказать, бизнес-империю, которая должна очень четко управляться. Государство, если бы так управлялось, оно бы работало как часы. Да, но оно управляется по-другому, поэтому в кризисной ситуации привлекаются вот такие люди. Да, но его местоположение, которое он сам себе определил, оно все-таки в сфере бизнеса. Он себя там чувствует комфортно. Он политика для него это немножко не его путь, и он достаточно пагубный для него даже может быть. А вот что касается Геннадия Корбана, то я вижу, что он вошел в ту стадию, которая уже свойственна людям, которые хотят заниматься политикой, готовы ей заниматься. Почему? Потому что Корбан самоотверженно, очень самоотверженно работал весь прошлый год. Он, наверное, никогда в жизни не думал, что ему придется так работать. И работать не за то, чтобы... Он же тоже бизнесмен, не за то, чтобы он получил прибыль, а он, наоборот, отдавал. Он отдавал, и он рисковал, будем говорить, и жизнью. Несколько покушений было организовано в течение прошлого года. И что он получил взамен? Взамен он получил категорическую такую антипатию со стороны органов государственной власти. Его с большим трудом воспринимают, потому что он рушил все стереотипы, и его стиль управления, он был нацелен на достижение конечного результата, обходя бюрократические процедуры и все остальные формальности. А в то же самое время это оценили люди. И он это видит и в социальных сетях, и когда выступал на митинге, и когда этот человек не публичный, практически никогда себя таким не позиционировал. И у него возникло достаточно большое количество людей, которые ему искренне симпатизируют. И, в общем-то, и я вижу, что, как он это ценит. То есть я вижу, что он воспринимает симпатии людей не так, извините, цинично, как это у многих политических лидеров, так сказать, бывает, потому что, в общем, ну чего греха таить, сегодняшняя политика, все эти шоу политические и прочее, это определенное такое технологическое жонглирование, чтобы понравиться там людям, но на самом деле за кадром телевизора там идет совершенно другая, как бы сказать, работа, роль, вот почему есть несоответствие. То Гена, он воспринял это гораздо более серьезно, он это воспринимает искренне, и я вижу, что для него это является большой ценностью, вот то, что люди ему благодарны. И, конечно, вот я вижу по нему, что он хочет и дальше это делать, он хочет работать с людьми, потому что он почувствовал, что он кому-то нужен, и это ценится, и людям он нужен, и эти люди нужны ему. Это то состояние, когда человек становится политиком. Я думаю, что он будет очень успешным политиком вот в ближайшем сезоне, так сказать. А дальше посмотрим. Ну, еще один ваш коллега Борис Филатов уже политик, уже народный депутат. Как вы свое место видите в будущем? Тем более, что когда-то она появилась и никуда не уходила с пьедестала. Украина Майбутнего. Украина Майбутнего. Значит, как будет называться политическая партия? Еще это вопрос открытый. Время сейчас такое, что нужно проводить в том числе ребрендинги и названия. Искать такие, которые соответствуют потребностям текущего момента. Я считаю, что время Украины Майбутнего, оно еще не до конца наступило, и у нас слишком мрачная фаза нашей истории, слишком тяжелая. Украина Майбутнего, это она слишком светлая для того, чтобы сегодня взять какой-то весомый результат получить, она совершенно о другом. Она о развитии человеческих талантов, она
о прогрессе, о развитии общества в целом. Сегодня мы находимся в фазе, которая пока еще не остановлен регресс. И я не вижу пока таких очень конкретных перспектив, когда этот регресс будет остановлен во всех сферах жизни. В уровне насилия, в уровне преступности, в уровне бедности, в уровне тех же самых дорог, больниц и всего остального. То есть в этом всем происходит регресс. И сегодня нет места светлым таким предложениям по развитию талантов человеческих. Сегодня есть место по защите, по обороне, по держанию, удержанию позиции. Партия должна быть у него немножко другая. Я думаю, что будет другое название и будет другой стиль. Это будет совершенно такое конкретное. Но направление все-таки политическое будет. Но политическое направление будет безусловно. И нужно отличать еще, кстати сказать, политические партии от просто народного депутата. Народный депутат, особенно мажоритарщик, когда он избрался, у него есть очень много... Ну, его политическое кредо вообще не всегда определено до конца. Его там больше сдерживают какие-то обязательства, которые он брал перед людьми. А правый он, левый, социалист, центрист или еще кто, это уже так, знаете, как повезет называется, да. Поэтому, а вот политическая партия, которая заявляется, она должна четко сказать, какой она идеология, что она левая, правая, она больше за трудящихся или она поддерживает средний класс предпринимателей. То есть это все на самом деле разные интересы, они не всегда совпадают. Иногда, и выразителями этих интересов политическая партия как раз должна четко определить, чьи интересы она выражает. Ну, не могу не спросить, осенью выборы, и не хотели бы вы попробовать себя в роли мэра города Днепропетровска? Ну, пока нет такого решения. Я знаю, что вопрос так стоит. Я пока еще наблюдаю за этим процессом. Я не могу сказать, что есть там на сегодняшний день решение баллотироваться на эту должность. Это очень непростой вопрос для меня в первую очередь, поэтому... Я буду смотреть пока за развитием ситуации, событий, кто, так сказать, номинируется. Я предполагаю, что может быть так быть, что я и не буду туда баллотироваться. Посмотрим. Я слышал, что предыдущий мэр Иван Куличенко заявляет себя на эти выборы. Вот, и хотел об этом тоже спросить. То есть есть такие слухи, и до вас дошли о том, что Иван Иванович хочет вернуться в кресло. Есть такие слухи. Я вам могу сказать сейчас уже не как представитель администрации, не как представитель какой-то команды, как житель города, но для меня это будет очень плохим сигналом, потому что 14 или сколько лет город, в общем-то, превращался в... Он-то развивался, но он не за счет городской власти развивался. Он вопреки городской власти развивался. У меня, как к мэру Куличенко, очень отрицательное отношение. Как к человеку нормальное, мы... провели какое-то время, там работали, но как к мэру, для меня это будет вообще, ну скажем там, это, назад в будущее, или как называется, или брат в прошлое. Назад в прошлое. В прошлое, да. Это недопустимо, как жителю города, то есть для меня это будет большое там разочарование, да. Если он действительно начнет этим заниматься, мы с радостью попрощались с ним, когда он ушел в парламент, вот. Я буду его возврат воспринимать просто резко отрицательно, как житель города. Это та причина, которая может меня простимулировать участвовать в выборах, чтобы не допустить вот того безобразия, которое 14 лет разводили в Днепропетровске. Хотя лучше, если он не будет участвовать, то, конечно, мне тоже легче не участвовать. И есть там другие люди, они, может быть, будут достойными руководителями. Но Куличенко просто допускать туда нельзя. Это будет просто та же вакханалия, которая выстраивалась 14 лет. 140 или 160 коммунальных предприятий, если их Винницы 20. Ну, это просто абсурд. Понимаете, то есть то, что развел Куличенко за 14 лет, вообще, конечно, это должно быть под призмой уголовных дел. Наверное, ну, у нас не так много с вами осталось времени, но тоже не менее актуальный вопрос. В ближайшее время так может стать, что Днепропетровск не будет Днепропетровском, а поменяет какое-то, приобретет новое имя, более гордое со стороны и по мнению историков. Вот ваше бы хотелось бы услышать мнение не как чиновника, а просто как человека, который живет в этом городе. Стоит ли менять А, и если да, то какое бы название дали вы? Ну, знаете, это очень сложный вопрос на самом деле. Меня вот как днепропетровчанина название Днепропетровска, например, оно устраивает. Вот так оно звучит определенным образом, определенным ритмом. И мне это нравится, и это определенный бренд. В то же самое время, конечно, когда мы смотрим этот Петровский, он вообще ни к чему не уместен абсолютно. Я для себя по-другому это когда-то разрешил вопрос, что, в общем-то, Днепр — это понятная часть названия, она хорошая. Там, что касается Петровского или Петра,
то это вообще латинское слово, оно обозначает камень. Я его так и воспринимаю в этой этимологии латинской. Вот. Всех этих безумных революционеров, их давно надо уже стереть, так сказать, с памяти. Ну, в общем, если, конечно, и переименовывать, то надо серьезно провести серьезные общественные слушания, как-то вынести несколько, наверное, вариантов на обсуждение. Я думаю, что каким-то рейтинговым голосованием надо определять. Лично для меня, ну, если переименовывать, ну, тогда пусть лучше Днепр будет, тогда без Петровского, короткое название, в принципе, люди его знают, употребляют. Хотя, в общем-то, мы уже немножко привыкли и к новому названию, к Сечеславу. Оно, ну, пока что еще не ложится, как там звучное нам название, ну, в общем-то, уже оно не вызывает отрицательных каких-то эмоций. Значит, надо бы голосовать, наверное. Ну, поживем, побачимо, да. Як кажуть на Україні. Слава Україні і дякую, да, що знайшли змогу. Слава, спасибо большое. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був заступник губернатора Дніпропетровщини Святослав Олійник.